Короче, это или 1-0 за спиритами, или тундра сейчас делает что-то невероятное. Как по мне, ну это, мне кажется, драфт проиграли здесь тундра. У спиритов то в итоге кто куда? А, фура, тройка. А, это кентавр будет саппорт. Фурион тройка, который фрифармит. Мы все это понимаем. Ксена, я не знаю, что будет Лэйти делать. Не знаю, если Лэй будет... Вот он и First Blood, друзья. Минус Снэйкинг, забирает себе его коллапс. Давай посмотрим, дали тамбу, да, они тамбу пробили, но пока били тамбу, видимо, лапс остался без лица. И, собственно говоря, его забрали. Молодцы, тундра, хорошо, убийство сделали. 1-2. Снэйкинга начинает блочить, Снэйкинга. Туда на телекинезик обратно, дикий нажимается, блок идет прекраснейший, просто коллапса. Молодец, молодец, калькулятор на коллапсе. Он жжет его, ему больно, мипошка, а иншоу работает левел 2. Подходит Ятора, еще один удар, не хватает. А бандл страйка Д, ты представляешь, и в итоге... Мипошка выдает стан, и на развороте начинается контратака, мультишот, неприятно, Сакси, и последняя тычка долетает прямо в цель. В итоге там на боте начинается, на миду, извиняюсь, драка, Мира умирает, но там размен был 9, возможно, вот так вот. Они всегда могут подхилить, да, они всегда могут подсейвить, здесь нападают на 33-го, 33-й, до свидания, вперед, на Саксу, Сакса, за ним Ларри идет, еще прыг. А топориков у нас, друзья, нету? А топориков у нас, видимо... А, есть, он в КД просто у него я был, я понял. Он мимо нажал, за Сакса продолжается погоня. Ну, страшно. Ну, ты не сильно вроде слежка смотрится. Смотришь, нападает на Ларри. На Ларри, поймали его. Минус Ларри должен быть, но он жмет Римлан. Ятора наваливает мультишотом. Хорош, под гастом. И ставится стенками. Пошка стан не самый удачный. Потягивается Сакса. Нападение будет сейчас на Ятора. Ятора больно. Ятора пинает. Ятора минус Ятора. Браво. Мипошка улетает до базы. А тут поймали Мирослава. И это минус Мира. Остались. Мы с другом, короче, сидели, играли до погорения. То сейчас секунду. Ятора подставился. Есть проблемы у Ятора большие. Форстаф это выживает. По снабидам бежит. Там яд его прожигает. В итоге нету противоядия. Умирает Ятора. Здесь приходит остальная подкрепление. И нужно хотя бы отомстить. Саксу бы забрать, друзья, побыстрее. А то он мешает сильно, прыгает вперед с хитро у нас. Вообще-то неприятная ситуация происходит для Team Spirit. Пока что драться они не готовы. Вот так вот 5 на 5, как мы видим, да? Потому что очень плотные герои тундры. Но в итоге 2 в 2 подрались. Минуте. Вот такие вот пироги параллельных матчей. Здесь срывается на Мирослава. Мирослав подставляется. Мирослав умирает, прыгает мипошка. На Снэйкинг, бандл страйк, больно Снэйкингу. Снэйкинг, минус Снэйкинг есть, хорошо. А там Дум дали. Просто спасти, как-то помочь Ятора. Ятора жжет его очень сильно, есть фисты, умирают. Все-таки Ятора, им нужно стать плотнее. Может быть, даже взять какую-то сашуяшу себе. А там минус мипошка, с другой стороны. Неприятно. Какого? Клинкс его. Найн поймали. Найн подставляется. Минус Найн. Очень легко, да, Дум упал. Как-то вот слишком очень легко. Вот там БКБ, КД было 5 секунд, кстати говоря. Вот почему так быстро, он БКБ не дал. Все понятно. Минус 2 настолько легчайшие делаются для спиритов, будто бы... Это мы запомним, что скандалы были. А вот плей-офф, да, он, конечно, помнится долго еще. Минус 9, 9 хорошо. Ларри нажимает как бы вакуум, какая стенка, но все в рассохну, и нечем, да, вакуум продолжить, потому что, опять же, проблема большая в отсутствии контроля у команды тундра. Только есть ДК стан и полянка, да, там бадл страйк у МГА. Ларри больно, фисты нажимает, пытается жить Ларри. Там куча было сумонов, он долго находился в фистах, но он все равно умирает, и туда нужно отойти. Нужно быть осторожнее, пока что драка чисто мидерами размен. Там умирает Сакс, у нас бьют Снэйкинга, прилетает коллапс, нажимает БКБ. Побить скитера можно, у него БКБшка свеженькая, 9-секундная. Есть Сурж, бежать, коллапс прилетает на телепорте. И здесь нашли, почти убили Ятора. Там яд, вакуум обратно его, минус Ятора. Зря продолжили эту погоню сейчас спириты. Коллапс возвращается обратно в замес. Нажимает Татар, убивает он Снэйкинга. Начинает бить скитера, Сильвера все еще и долго у него не будет. Но скитера заберут, коллапс сделает ультракил. Понимаете, в чем кайф пика спиритов? Получается на иллюзию команды Team Spirit. Шикарный байт, я бы даже сказал. Да, медиазон, здесь у нас вообще пик необычный, БКБ вовремя нажимается от Ларри, прекрасная БКБ, Найна пытается пробить, Найн больно очень, Найн БКБ не нажал почему-то, ну пожелаем ему удачи, скитер, там еще с БКБ он пока с БКБ, стан ворован от Мирослава залетает, да, его же оружием и бьют, БКБ жмется, Ятора просто настреливает, коллапс у нас, коллапс, что, как думаете, что он делает, коллапс фармит. Только-только полетел он файт. В итоге Ларри отступает. Там стоит хорошая зонящая очень стеночка, но мипошка прыгает вперед. Клаус боку наваливает по Саксе. Умирает скитер, умирает. Ну тут все, ребят. Тут драка в пользу команды Team Spirit. Поднимайтесь, бейте.
Так, там Глейбнер неплохой, станет самоудачный. 33-й прыгает Найн. Дает Infernal Blade, немножко фустафается. Ушел. Там вылетает у нас подкрепление. Скитер нажимает БКБшку, прожимает стампит. Очень плохая драка, очень неудачная. Начало для спиритов, нужно уходить. Или хотя бы занять другую позицию, сделать перегруппировку. Минус коллапс, там стрик был из 10 киллов. Дали за него 1075 золотых, ты прикинь. Тем более паблики. Тут врыв на Ятора, нажимается БКБ, нажимается дабл дэмэдж. Бьют по скитеру, скитер нажимает БКБ. Ятора прожимает стампит, пипошка отсюда отступает. Тут что у нас? Дум. Найн под думом агонимным, но, в общем, в рассыпную просто ушли. От тамбы, от дума, да пошли вы с своими этими думами и тамбами. Мы отойдем подальше. Вот тут можем подраться, вот здесь, да. Еще чуть дальше, кстати. Вот теперь от стеночки. А вот теперь давай драться. А вот теперь давайте. Подходите, подходите теперь, тундра. Давай, давай, по одному подходим. Можем хоть все пятером. Сакса, до свидания. Сакса минус, расстреляли его. Подставляется, также умирает на снэкинг. Минус 2, Найн с БКБ все еще. БКБшка есть, тамба уже упала, Найн улетает. Башков здесь нету. Ну и в общем ушли пацаны, скитер дал блинк и удрал. Да, но все твои родовые дни. У меня по-другому, я стримил, все в порядке. Скитер у нас нажимает. В общем, чего не нажимает? Сдавайтесь, Сундра, что тут? Вы все, вы проиграли эту игру там минут уже, наверное, 15 назад, когда мы смогли их закрыть быстро. Тут можно экспериментировать, почему нет? Хотя, конечно, там уж они генерали не хотят, возможно. Дом вешается, есть врыв, последняя попытка команды Тундры подраться. Ну, давайте пожелаем удачи. Минус Снэйкинг, в итоге Найн нажимает БКБ. Ятора лупит по Найну, Найну больно очень, в итоге это минус Найн, до свидания. Там забирают у нас Саксу, Снэйкинг, и это минус Снэйкинг. Все, ГГ, это изи было, достаточно, да, в линии спирит свои не проиграли даже близко. Они даже на старте умудрились еще вести против того. Так, Мирослав, Мирослава нас бьют. Денайс не получается, ну вообще ФБ. Так, коллапс у нас, коллапс. Наваливает спирит им по коллапс еще. Мирослав подтягивается у нас. Порыв вообще, тут похоже смерть будет. Хотя Снэйкинга больше можно убить его. Хорошо, если бы он еще умер до смерти Мирослава, идеально было бы. А так, разменялись даже. А на скитера, подожди, коллапс, у него 4 стика еще имеется. 4 стика приходит, Мипошка, помоги. Хорошо, стики и шлем же тоже, да, регенит и броня есть. Коллапс даблкил делает, ребят, круто, очень. А тут 6к стоит мышка. Так, там у нас фисточины Найн. Сейчас будет ворвас панч, но не будет. Там Сноубол остается еле-еле живой. Никуда он, конечно, не уйдет. Забирает Найна, 6-3, браво. А может быть, друзья, стоит уже пойти топ забрать. Там у нас коллапс развлекался, пытался убить, видимо, скитера. Да, рор в КД я вижу. Ну и, в общем, вот за это наказали. Да, пора спиритом уже. Просто, возможно, такой прыти даже не будут ожидать сами Тундра. Лассо нажимается, хорошо, на коллапс пошли. Есть тамба, что по сумрипу, он левел 1, тамба рассыпается ментально. Есть рор, коллапс, бочка попадается, на рей по нему, коллапс, беги, он очень быстрый. Есть спирит, он пытается мансить туда-сюда, но его тут должны, конечно, будет убить. Но приходит подкрепление, минус на кинг. Может получится убить битрайдер, за битрайдером погоня пошла. Есть топорики, эти кабанчики, не топорики, которые замедляют своим ядом. Есть Ларри, чины через секунду будут готовы. Тормози его, тормози, хорошо. Там убили у нас, где-то нашли, убили Рубика. Неприятно, минус Мирослав. Но с другой стороны, минус 33, получается размен просто 2-2. Тройку на тройку, саппорта на саппорта. Вот эти все ребята. Так что спасибо тебе большое, спасибо, дорогой, за подгончик. А там у нас нападает Мипошка, Мипошка минус, снимает стрика 4 киллов. Там Ятора наваливает, Найн в таверну отправляется. Это очень хорошее убийство. А скитер сражается, посмотри, с кем он сражается. БКБшки, Батутранти, он дрался просто с умоном, коллапса, не более, кончается БКБ, все. Мочите их, мужчины, мочите, есть ассасинейт, прекрасно, скитер пытается уйти, есть фисты, скитер, и вот и все. Как же, вот, ну, тролль опять же, да, вот тролль, его огромнейшая проблема, у них задержка, да, у них задержка, да, Саня, задержка с днем рождения, там меня Максим поздравил, тут у нас еще один килл, в общем, спириты, да, взяли у нас, в общем, здесь бразды правления в свои руки, а тут еще и Найн. Ну, в общем, пошел конвейер, друзья. Все, и там, и сям, похоже, Тундра весла отбросили. Все хорошо, работаю, живу. Но это самое главное. Самое главное. От этого матча я ждал больше, вот честно.
Хотя ожидаемо было. Там лассо нажимается, пытается быстро бить коллапса. Мартина полетела, потом ранс, минус коллапса. Возможно, больше и будет. Возможно, раная. Руки-то опустил Мирослав. Неприятно. Если нам таки от Лари. Там подтягивает своим пошкой, бьют Найн. Найн минус, минус 2 делается. Пока в этом замесе, но равноценные. А вот это уже минус. Скитер кончается, БКБ кончается, Бататранс кончается. И скитер, и еще и яйцо тут у нас взорвали также. Да, вот берет команду. Они потом играют в сильных, мощных коллективах. Там тот же Кристаллис, да, или тот же Ватсон. Снэкинг, бабах, минус Снэкинг. Снэкинг у нас тут не стоит так делать, выкупается он. Лассо нажимается на беста, а там айон диск. Это все было прочитано. Забегает скитер, получает рот БКБшки, но бить его будет тут опасно. В общем, тут как-то неприятно. Но минус БКБ, с одной стороны, умирает 33-й у скитера. Конечно, остается ультимейт, но без БКБ его можно будет как-то там зафиксировать, попробовать. Так, а тут... Тут что у нас? Ну, в общем, пул Лари, друзья, думаю, мы узнаем, знаете, когда Найн поставляется? После патча. Когда будет патч сейчас, после мажора, мы узнаем настоящий пул Лари. Полетели фисты. Сила спирита была в том всегда, мне кажется, в том, что несерьезно. Не, серьезно, но там ничейку и хватит, в принципе. В общем, группу вам покажу после окончания карты. Хотя, подожди. Мы такое видели, да, когда трон вроде бы уже упал, а потом бах-бах, и все. И камбэк, прыгает 33-й, лассо в КД, лассо-то в КД, куда полетел Снэкинг, и Сандрей. Супернова пока что не ставится, там сбоку нападает, мипошка, пошка больно, нажимает ZK, минус 2, сделали уже спирита, минус 3, все, тут все, друзья. Скитер остается последний воин здесь, кто может драться, вот нажимает БКБ, но там понятно. В итоге спириты тундру выигрывают. Выигрывают тундру в группе, если вдруг они будут в плей-оффе. В плей-оффе, конечно, будет по-любому вот другая игра, я думаю. Ну, лично я так думаю, ребят. Так, давайте посмотрим сейчас, что у нас по ситуации в группе после этого матча. Следующий матч будет Bad Boom.